Мы находимся в верхнем саду над Екатерининским дворцом. Тут прям на крыше сделали вот такое чудо-сад. Есть яблонька, цветы красивые, розарий тут очень красиво. И вот туда потом уходит дорожка вниз. Спуск такой. Ну, в общем, здесь ландшафтные дизайнеры и флорарий очень красиво сделали. Вон Надюшка тоже ходит, наблюдает, какие цветочки тут. А тут вот сверху, о, какой красивый сад видно сверху. Здесь мы тоже прогуливались.